после интенсивной тренировки Карина показывает нам основные элементы растяжки бойцов тэквондо. Как известно, хорошая гибкость мышц – это залог высокого и сильного удара. Карина Ушакова стала чемпионкой России в 2016 году, а в августе этого года Светлана Шаяхметова завоевала золотую медаль на чемпионате России. Обе девушки – воспитанницы спортивной школы «Уфимец», в которую родители привели их 7 лет. Признаются, этот вид спорта выбрали сами. Я, когда была маленькая, я всегда мечтала заниматься боевыми искусствами. Мне нравилось драться, я всегда смотрела боевики. И когда мне исполнилось 7 лет, и я пошла в школу, мама узнала то, что у нас рядом с домом находится секция тхэквондо, и она решила меня туда отдать. У меня брат сначала занимался, он старше меня на 3 года. Потом папа отвел меня, мне очень понравилось, и я начала ходить. Первые успехи не заставили себя долго ждать. Девушки завоевали призовые места в многочисленных региональных чемпионатах, 5 раз участвовали на чемпионате России. Уверены, важный элемент победы – это трудолюбие. Мне было тяжело гонять вес. Занималась я летом, и тогда было очень мало спарринг-партнеров. То есть мы готовились втроем. Подготовка как бы проходила неплохо, мы старались как можно чаще спарринговаться. И очень грамотно подошли к первенству России. Должно сложиться три вот этих элемента, то есть вот тандем, работа родителей, спортсмена и тренера. И самое главное из трех вот этих элементов должно быть желание спортсмена. Тогда все получится. 90% ударов в тэквондо делают ногами. Девчонки, вы же научите меня пару приемов тэквондо? Конечно. Да, конечно. Высококвалифицированные тренеры, кандидаты и мастера спорта, отличная спортивная школа – все это помогло достичь спортсменкам хороших результатов. Более 15 спортсменов именно нашей школы входят в состав сборных команд России. Наша спортивная школа «Уфимец» ведет свою деятельность по таким олимпийским направлениям, как тэквондо, разумеется, как мы видим, греко-римская борьба и тяжелая атлетика. Спортсменки в составе сборной России примут участие на чемпионате Европы. Соревнования пройдут в конце октября на Кипре. Будем болеть за наших спортсменов. Лилия Баймурзина, Вахид Халимов, город Уфа.